Итак, ребятушки, всем привет! Канал Очумелые снова с вами. У нас сегодня маленький ролик. Вы уже видели, что у нас появился бассейн. Но, как говорится, одним бассейном сыт не будешь. Вопрос о чем? То есть, я долго думал, изучал, кто чего как использует. То есть, нужна какая-то химоза наверняка для того, чтобы чистить воду, чтобы все было хорошо. Не знаю, то есть, с водой у нас более-менее все, но большинство, как бы, людей в YouTube-сообществе сообщают о том, что надо бы как бы пользоваться химозой. Лазил, искал, чего да как. Профессиональную химозу не стали покупать по причине достаточно банальной. Во-первых, это дорого. Во-вторых, как бы, а нафиг оно, собственно говоря, надо. Мы решили опробовать извечно как бы пользуемый людьми способ. Перекись водорода. 37-процентная перекись. Сегодня вы увидите, какая у нас водичка была. Мы заливаем перекись водорода туда и закрываем все это дело. Ну, как бы, пусть оно там варится пока без нас. Вот. Соответственно, когда мы все это откроем, мы снова снимем водичку, и вы увидите, есть ли в этом разница или нет. Мы сами не знаем, поможет все это дело, не поможет. Ну, как бы, делаем все вместе с вами. Если вы не подписаны еще на наш канал, не забудьте подписаться и нажать там внизу на колокольчик. Комары едят, вообще ужас. Вот. Ну, погнали. Льем перекись водорода в наш бассейн. Go! Но прежде чем мы начнем наливать нашу перекись водорода в леечку, из которой мы потом это все польем в бассейн, надо не забыть защитить руки и защитить глаза. Как-то вот так вот. И, соответственно, защищаем руки. Потому что если перекись попадет на кожу, будет смачный ожог. 37% это вам не... Ха-ха. Поэтому облачаемся в достаточно плотные перчаточки и в очечи, чтобы, не дай бог, все это не попало к нам на кожу и не оставило на нас ожога. Погнали! Ну, собственно, вот и она. Водорода, чего? Пероксида, водный раствор. Короче, эта штука вот такая, не на правах рекламы, просто показать. 37-процентная, видите? Вот. Сейчас ее наливаем в леечку и заливаем в басик. Глянем, что будет. Смачный такой медицинский запах. Ну, не сказать, что прям токсично воняет. Запах есть. Итак, леечка. У нас она на 7 литров. Сейчас я налил чуть больше половины лейки. Значит, из расхода нашего бассейна, а он 10,5 тонн примерно, у нас получается 10 литров, это ударная доза. Потом написано, там кто-то добавляет по 2 литра в неделю, не знаю. Сейчас мы фигачим сюда 10 литров этой перекиси и смотрим, ау, что будет. Если меня комары сейчас не унесут все в гнездо, что-нибудь да получится. Погнали. Лейки обязательно с носиком, ну, как бы так многие говорят, что это удобней. По периметру бассейна потихонечку выливается перекись. Давайте будем лить и смотреть, что же из этого выйдет. Знаете, такой резкий медицинский запахан оттуда. Сейчас мы наливаем вторую лейку, проливаем ее и уже вместе с вами посмотрим, будет какая-то реакция идти или нет. И погнали лейку номер два. Но здесь я уже так поизгаляюсь, шутка, куда дотянусь. Итак, перекись водорода у нас попала в наш бассейн. Честно сказать, особенной прям какой-то реакции я там не увидел. Ну, давайте сейчас еще раз вместе глянем туда. Но я думаю, что все эффекты мы увидим после того, как мы закроем бассейн. И минимум через сутки мы его... Максимум через сутки. Короче, через 24 часа мы его откроем, да посмотрим, что там будет. А вы это увидите вместе с нами. Погнали? Сейчас посмотрим, что там. Ну, чтобы я не говорил сейчас, что там как-то все плохо работает, все, дна, вот видите, поднимается, вся какая-то там на дне лежала. Потихоньку, полегоньку все это дело всплывает. Сейчас всплывет. Бульк, всплыло. Но в целом с дна поднялась всякая шушера, то, что лежало. Вот. Не знаю, вроде как это и пузырьки какие-то появились, все это что-то бурлит потихонечку. Вот там что-то еще поднимается. Просто улавливать с телефоном бегать тоже. Вот. Что-то бульк, всплыло. Листики все подняло с дна. Ну, посмотрим. Пузырьки поднимаются. И всякий мусор сверху, снизу поднимается наверх. Вот.
Ну, видимо, потом просто будем с очком все это дело снимать. Ну, собственно, все. И упаковали нашу коробочку в пленочку. Потом снимем и вместе с вами увидим, есть эффект или нифига его и нет. Итак, прошло 24 часа. Ух, 24 часа. Давайте же взглянем, что у нас в бассейне после нашей перекиси водорода. Он сейчас закрыт сверху. Открываем вместе и посмотрим, что же там происходит. Ну что сказать, я думал, что будет полная фигня, но нет, господа. Смотрите. Вот это прозрачность воды. Юх, вообще тема. То есть просто кристально чистая вода. Ну, естественно, там листики плавают, скиммер включи, чтобы все это убралось. Но вода просто прозрачная. Ни взвеси, ничего. Значит, работает. Ну что ж, ребятушки, получается так, что действительно перекись водорода идеально работает для бассейна. Я очень-очень сильно сомневался в результате, но доказательство налицо, да, действительно, все работает. Ну, тогда давайте, наверное, на этом завершим ролик. Перекись водорода для бассейна, все работает, все получается. Если есть вопросы какие-то о пропорциях, заливке и всем остальном, пишите в комментариях, на все ответим. Нам хочется сказать вам... Наверное, пока подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. А на данный момент канал Очумелый хочет вам сказать пока-пока.